Суд вынес приговор бывшему замначальника МЧС Республики, обвиненному в коррупции. Чем закончилось дело о взятке? Об этом и не только расскажем через минуту. В эфире «Восточный экспресс», студии Инесса Питонова. Здравствуйте, мы начинаем выпуск. Как живем, на что надеемся и чего ждем? Какие шаги Бурятия сделала в минувшем году и какие планируют в этом? На встрече с главой республики ответы услышала Ольга Арсунукаева. Если бы мне кто-то так дом построил, я бы руки переломал. Но люди живут. К сиротскому вопросу вернулся Артемий Ушаков. Прятала детей под кроватью. Почему Улан Уденко скрывалась от социальных служб? Материал Саржаны Мурдыгеевой. Кто подложил свинью Академии культуры в год театра? Почему закрывается одна из главных специальностей? Расскажет Евгения Жирового. Итак, судебный процесс по делу бывшего замглавы МЧС Бурятии завершен. Дмитрий Унагаев обвинялся в получении взятки размером 1,5 миллиона рублей. В итоге срок он получил условный. Суд признал Унагаева виновным по нескольким статьям. Кроме взятки, это использование служебных полномочий вопреки интересам службы и отмывание денег. Замначальника МЧС задержали на рабочем месте и заключили под стражу. Практически сразу он согласился на досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Признал свою вину и помог изобличить соучастников. С учетом имеющихся смягчающих обстоятельств, Унагаеву приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, условно с испытательным сроком 5 лет. Дмитрий Унагаев лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов и органах государственной власти, связанных с обеспечением деятельности государственной противопожарной службы сроком на 6 лет. Кроме того, Унагаев оштрафован на 55 тысяч рублей и лишен звания полковник внутренней службы. Вспомним детали дела. В начале 2016 года высокопоставленный сотрудник МЧС вступил в преступный сговор с начальником отдела надзорной деятельности. Они потребовали от директора фирмы по монтажу и обслуживанию противопожарного оборудования регулярных взносов, за что обещали покровительство, то есть ограничить конкуренцию и закрывать глаза на нарушения при обслуживании систем пожарного мониторинга. За два года МЧСовцы получили от коммерсанта более 1,5 миллиона рублей. Дело по второму участнику нечестной сделки продолжается. А мы продолжаем выпуск. Глава Бурятии впервые дал публичную оценку деятельности бывшего мэра Улан-Удэ, а также рассказал, каким он видит преемника Александра Галкова. О муниципальных выборах Алексей Цыденов говорил сегодня на встрече с журналистами. Обсуждались и другие темы. Перспективы горного бизнеса, завод на Байкале, мусорная реформа. Самые интересные моменты пресс-конференции в нашем сюжете. Нам, можно сказать, немножко повезло, что у нас оператор не крупный. Крупный федеральный игрок зайдет сюда, станет оператором и в какой-то момент скажет, а теперь мне надо тарифов в два раза больше. А не хотите, я не поеду. Это для нас страшно, для них, но это бизнес. Мелкий оператор, который работает только у нас в республике, он понимает, что если он здесь не сможет работать, то он не сможет работать нигде. У него нет альтернативных вариантов. Общий разговор о том, что игорная зона – это бардак, разрат и все остальное, но это из 90-х. Сейчас это совсем не так, как вариант, игорная зона рассматривается. Вот. Но решение, быть этой зоне или не быть, все равно за правительством России. И мы пока туда еще не выходили с этим. Те объемы, которые планируется выкачивать, ангарская плотина пропускает за 1,5 минуты. Если эту воду наливать в цистерны и увозить, то, извините, нам такого не надо. Если это полноценный завод, который разливает в бутылки, формирует тут добавочную стоимость, создает рабочие места, платит здесь налоги, и работают местные люди, а не приезжие из соседней страны, да, ну тогда я думаю, что такое может быть. Нам в районах нужно повышать там активность. В районе глава должен быть все-таки человек опытный, грамотный и с желанием работать. Если в комиссии присутствует представитель от правительства, значит, мы солидарно несем ответственность за то, как этот глава работает. Что его качество работы – это в том числе и моя личная ответственность. Я не могу сказать, что он там развалил город, не развалил город. Да, то есть, может быть, там у меня более повышенные требования по динамике развития, да, или там по каким-то, но сказать, что все плохо в городе, я не скажу. Кого я вижу, это уже понятно. Первое, да, это очень активным, неспокойным, неравнодушным, ответственным, работоспособным, открытым, настойчивым. Я уверен, что сейчас новое дыхание город обретет.
Ну, к другим темам. В Бурятии сироты массово бросают свое жилье. Вчерашние выпускники детских домов не хотят жить в том, что правительство республики называет жилыми помещениями. Чем недовольны одни и на чем настаивают другие, доводами сторон интересовался Артемий Ушаков. 20 из 20 квартир пустуют в Баргузинском районе. Нет жизни в сиротском поселке в селе Тунка. Только в 5 домах из 26 живут в Кяхте. Зеленый бор в Нижнем Саентуе. Вечерами свет горит только в 11 окнах из 30. Вода замерзла у Минсоцзащиты. Нет этих планов, как распределены эти трубы вообще. У кого были деньги на съемную квартиру, сбежали. Их жилье опечатано. Другие готовятся собирать урожай грибов со стен в ванной комнате. Плесень нашли почти в каждом доме под пластиковыми панелями. По строительным и санитарным нормам, даже в идеальных условиях, выгребная яма не должна быть ближе 4 метров от фасада дома. И уж точно не под домом. Чуть маленько наполнилось, лето наступает. В избу этот запах через туалет идет. Я белизну чего только не беру, вот этим спасаюсь, чтобы дома не пахло. В Минстрой на претензии сирот отвечают. Гарантия на жилье истекла. Жалоб в глаза не видели. Ну, разве что несколько человек через прокуратуру и суд заставили застройщика утеплить потолки, полы и стены. Теперь время ушло. Все дома переданы в собственность республики. Правительство, в свою очередь, доверило управление ими ресурсному центру «Семья». А значит, по закону, именно ресурсный центр должен следить за сохранностью правительственного имущества и его состоянием. Но виноваты наниматели. У нанимателя, кроме прав, еще и обязанности. Вот и наниматели, в обязанности нанимателя входит именно, что обеспечивать сохранность жилья, производить текущий ремонт, чтобы жилье к моменту истечения срока было в первоначальном виде, в том виде, в каком он его получал. А этот вид какой-то не первоначальный. В каком именно виде получили жилье сироты, пытаются выяснить общественники, но в Минстрое им не ответили, сославшись на коммерческую тайну. В конце марта соберем круглый стол с приглашением и детей, и соцзащиты, и Минстроя, и прокуратуры, и попросим у них дать нам ответы на возникшие у нас и у детей вопросы. А заодно уточнить, почему в Бурятии решение социальной проблемы называют коммерческой тайной. Артемий Жакович, Слав Сибиков, телекомпания «Аригус». Сиротами чуть не стали дети из колодца. Шокирующая история о мальчике и девочке, которые живут в коллекторе с бомжами, в конце февраля облетела социальные сети. К расследованию ситуации тогда подключились уполномоченные органы. А мальчики 5 лет и девочки на 2-3 года старше рассказали в одном из пабликов. Сообщалось, что дети регулярно носят продукты бомжам из колодца. На место выехали соцработники. Выяснилось, что дети в коллекторе не проживают, а навещают там своего дядю. Однако это не стало оправданием для родителей. Семью поставили на учет. Она определена как семья, находящаяся в социально опасном положении. Это значит, что все субъекты профилактики будут вести работу с этой семьей. В случае неблагополучия уже будут более кардинальные меры приниматься. Ну, вплоть до изъятия детей из семьи, если такое возможно. Пока же матери выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, она заплатит максимум 500 рублей. Одних искали в колодце, других пришлось вытаскивать из-под кровати в неухоженном доме. Бабушка приучила внучек прятаться при появлении чужих. От кого скрывала, поясняла уже органам опеки и съемочной группе проекта «Семейный контролер». Сигнал о неблагополучных детях поступил к автору программы Саржане Мердыгеевой. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы к вам, видимо. Грязно, холодно и нет электричества. О том, что в таких условиях живут дети, нам сообщили анонимным звонком. Однако во время визита бабушка заверила, внучки бывают у нее только днем, а накануне и вовсе мать увезла их в район. Они вчера уехали туда. Они что, на автобус билет? Потому что она к ней позвонила, тетя-то ее. И говорит, я легла в больницу, ты езжай туда. Но не прошло и часа, поступил повторный сигнал на тот же адрес. Уже о том, что бабушка прячет внучек в доме. На подмогу мы вызвали медработников и органы опеки. Давайте открывайте двери, если не хотите проблем. Иди сюда, тебе никто ничего не сделает. Иди сюда. Давай, иди, вылезай. Порой давай, вылезай. Вы представляете, чему вы детей научили? Это что такое, а? Вот это забота о детях. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Горшок не выносили уже сколько времени, а? Девчонки, вы ели сегодня что-нибудь, а? Ничего не ели, а вчера? Оказалось, раньше девочки действительно только иногда приезжали к бабушке. Но почти месяц назад мать оставила их здесь и исчезла. Вы считаете это нормальным? Нет, не считаю. Ну так вот поэтому и заберут их.
решили временно детей поместить в центр для несовершеннолетних. Если мать создаст определенные условия для проживания, то есть изменит свое отношение к детям, то, ну, соответственно, будем решать вопрос касаемо возвращения детей к матери. Параллельно проведут и служебную проверку. Выяснилось, что мать известна и медикам, и соцработникам. Семья уже стояла на учете в этом районе. Я с ужасом увидела, что это знакомые мне дети. Этих девочек и маму как бы я знала с момента рождения каждого ребенка. Жили они тогда на левом берегу, и в принципе маму плохой мамой не назовешь. Но потом у них возникли какие-то семейные трения с этим домом. Дети с мамой как-то от нас выбыли в другой район, в Иволгинский. А почему в Иволгинском районе они, так сказать, потерялись, неизвестно. Продолжение этой и другие истории смотрите в программе «Семейный контролер» в эту пятницу. Саржана Мердыгеева, Виктор Гриновской, телекомпания «Оригус». В Академии культуры закрылась одна из самых главных специальностей. Теперь в Бурятии не будут готовить профессиональных актеров. За высшим образованием желающим придется ехать в другие регионы. Театра триумфально шествует по стране, но зритель видит лишь красочную обертку. Внутри, за кулисами, настоящая драма. 100 театров в ближайшее время закроют, выберут самые убыточные. Также решили, провинциальным театрам профессиональные кадры не нужны. К примеру, в нашей Академии культуры обучать актеров больше не будут. У входа в Академию находятся такие вот стенды, где указаны все программы специалитета. На первом месте – актерское искусство. А внутри мы уже видим информацию от приемной комиссии. Набор на актерскую специальность не идет. Закроются 4 непрофильных специальности – актерское искусство, менеджмент, педагогика и литературное творчество. Главный вопрос – что будет со студентами и преподавателями? Хотим комментарий записать по поводу закрытия актерской специальности. Сначала, сейчас у нас пока она занята, как вы так приходите, договоритесь с ректором. Но мы пытаемся уже 3 дня с вами договориться. Ну, я ничего не могу помочь. Нет разрешения сегодня видеосъемку делать. Как выяснилось, 16 будущих актеров поедут завершать обучение в другие регионы. Туда же будут поступать и абитуриенты. Актерские специальности остались только у профильных театральных вузов. Таковых в России всего 7. Ближайшие в Красноярске и Владивостоке. Остальные в Москве и Петербурге. Конкурс уже этим летом прошедшим был нереальный. 500 человек на место в Москве и даже до 1000 в ГИТИСе. Начинаются отборочные туры еще весной, а наши ребята не имеют возможности уехать туда, потому что они учатся и потому что стоимость билета велика. Треть актеров в бурятских театрах – выпускники в СГАКе. Но в российском Минкульте уверены – все подряд обучать не могут. Уровень образования нужно повышать. Вы понимаете, это гибель театров Бурятии, по крайней мере, драматических. В последние годы таких людей, которые откуда-то приедут и будут жить здесь и работать – этой тенденции не было, потому что они востребованы там, где они обучаются. О ситуации стало известно главе республики. Только кажется, руководство академии сообщило слишком поздно. Отменить выпущенный приказ и зарегистрированный уже невозможно. Единственное, мы договорились о том, что сейчас в следующем году они заново подойдут на аттестацию. Ну и нас там должны услышать. Пока же абитуриентов ждут на специальность «Народная художественная культура». Там готовят режиссеров любительского театра. Как говорят театралы, возвращаемся в советское прошлое. К самодеятельности и народным театрам. Евгения Жирового, Борис Борчинов, телекомпания «Оригус». «Восточный экспресс» только на середине пути. Смотрите далее. Сяду на пенек, съем пирожок. Почему некоторые улицы Улан-Удэ могут стать декорациями к детским сказкам? Разбирался дежурный по городу. Бомба замедленного действия. Специалисты советуют отказаться от приема антибиотиков. Почему? Спросила Виктория Гарманова. Яйцо не простое, а что это такое? Об удивительной находке в пригороде Улан-Удэ расскажет Сергей Смоленинов. В центре города сегодня перекрыли движение из-за коммунальной аварии. Участок около бани небольшой, но проблемный. Ремонтные бригады появляются здесь регулярно. Вот и на этот раз лопнула труба холодного водоснабжения. Под отключение попали 4 дома на улицах Шмидта, Советская, Смолина и еще несколько нежилых объектов, в том числе торговый центр «Народный». Нашли прорыв, будем заделывать. 6 часов, наверное, управимся. Отмечу, что ремонтные работы проводятся здесь 2-й год подряд. Последствия до сих пор ощущают на себе автомобилисты. Вот и на этот раз восстановить дорожное покрытие планируют не раньше лета.
И это уже тенденция. Коммунальные аварии напоминают о себе долго. Так, например, происходит и с лопнувшим коллектором в 18-м квартале. Трубы давно залатали, а теперь коммунальщики взялись устранять одну из причин порыва. Это начали делать на улице Ключевской. Причем здесь деревья, расскажет дежурный по городу. Вот эта аллея у 8-го корпуса в Сгуту еще уцелела, но надолго ли? Третий день на улице Ключевской пилят деревья. От многолетних гигантов остаются только пни и ветки. Это варвары, варвары. Кто это указал все тополя спилить? Посадите рядом, а потом спилите. Посмотрите, какая пустота. Это же очень страшно. Вы подрядчики. А где само разрешение на то, что можно спиливать эти деревья и выкорчевывать их, я так понимаю, с корнями? Приезжайте в лесничество. Я не уполномочен. А вы уполномочены рубить здесь деревья? Да. А отвечать за это не уполномочены? Я могу показать, перед телезрителями. Например, полиции могу показать. Как пояснили нам уже без камеры, деревья пилят из-за прошлогодней аварии. Прокуратура постановила расчистить территорию над коллектором, а он на минуточку находится в полкилометре отсюда, на улице Лебедева. Так почему же всем деревьям подписали приговор? Везде над подземными коммуникациями деревья расти не должны на улице Лебедева. Там причина аварии была в том, что корни деревьев проросли, и, как бы сказать, была нарушена целостность коммуникации. Один, два, три пенька. Всего же в марте здесь собирается уничтожить около сотни деревьев. Еще столько же спилят в апреле. И все это на фоне тотальной нехватки зелени в Улан-Удэ. Местоположенных 10 квадратных метров насаждения на каждого жителя приходится лишь 4. По улице Ключевской, улице Лебедева планируется устроить живую изгородь. Это высадить такие саженцы, как яблоня, акация. Сейчас будем уточняться по финансированию данных работ. Ну, ориентировочно, наверное, это будет осенние посадки у нас производиться. Будем надеяться, что зеленые насаждения в 18-м квартале будут не хуже тех, что возле здания администрации. А до тех пор рубки на улице Ключевской, очевидно, продолжатся. Правда, пока власти страхуются на одной улице. Трубы лопаются на других участках Улан-Удэ. Ну а если и вы не видите логики в действиях ответственных лиц, звоните дежурному по городу. Проясним ситуацию вместе. Светлана Семеренко, Батыр Халмантов, телекомпания «Аригус». Нона, возвращайся домой. Сбор помощи под таким хэштегом стартовал в соцсетях. С призывом обратилась молодая семья из Бурятии, чья дочь родилась в Таиланде раньше срока. Теперь, чтобы выходить ребенка и привести его в Россию, нужны немалые средства. О том, что скоро их будет трое, они узнали за день до свадьбы и все равно запланировали поездку в Таиланд. По словам супругов, беременность проходила идеально. Поехали, когда срок был уже 6 месяцев, через неделю пребывания на острове. У девушки открылось кровотечение, а позже в тайском госпитале начались преждевременные роды. 15 января в 00:34 родилась моя дочка. Весом, правда, всего 710 грамм. Конечно, через то, что мы прошли, это были просто адские муки. Шестимесячную малышку сразу поместили в инкубатор. Сутки в больнице обходятся примерно в 35 тысяч рублей. Кристина и Вазген за 2 месяца заплатили уже более 1 000 000 рублей. Но и сейчас ребенок не готов к перелету, а деньги заканчиваются. Ребенок очень маленький, он должен набрать как минимум 1,8 килограмм. И нам сказали, что примерно надо, возможно, полгода здесь находиться, чтобы ребенок окреп. Чеки, которые оплаченные были, 65 тысяч, 250. Молодой отец уже выставил на продажу бизнес и машину. Чтобы перевести ребенка, нужен спецборд. Он стоит 5 или 7 миллионов рублей. Можно и обычным рейсом, но в сопровождении специалистов. На это тоже требуются немалые деньги. Это не страховой случай. У нас был такой случай в Бурятии, когда Министерство здравоохранения Бурятии обращались и перевозили ребенка в Индию. Из республиканского бюджета, из спецфонда выделялись эти деньги. Здесь вопрос вот открытый, да. То есть здесь как бы насколько это будет возможно выделить. Медстраховка могла покрыть часть расходов. Документ в турагентствах выдают беременным вплоть до 31 недели. Но пара выехала без полиса. Республиканский Минздрав помочь не в силах. Сейчас для них от Бурятии отправлен запрос в Министерство здравоохранения России для рассмотрения этого случая. Саюна Бухаева, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус».
Случаи, когда люди заболели из-за супербактерий, зафиксированных в Бурятии. Так называют опасные микробы, устойчивые к антибиотикам. Современное общество слишком увлечено серьезными препаратами. Каким последствиям это приводит, расскажет Виктория Гарманова. Громашка, подорожник. В доме Александры скромная домашняя аптечка. В основном натуральные компоненты. Антибиотики и другие лекарства стараются не пить. Уверены, потому и болеют редко. Алисе уже 3 года будет в апреле. И за все время использовала я всего 2 раза антибиотики. Это было год назад, и вот когда сейчас была эпидемия страшная. Но так могут похвастать не все. О том, что россияне искренне верят в антибиотики, говорит статистика. По данным ВСИОМ, более трети россиян занимаются самолечением. И это при том, что отпуск серьезных препаратов без рецептов запрещен с 2005 года. Проверим, как соблюдается закон. Так, амоксициллин, ребята, нет себе. Мы обошли несколько аптек, и в итоге в 2 из них нам удалось купить антибиотик. Нам продали без рецепта врача. Бесконтрольный прием антибиотиков может вызвать, так скажем, мутацию бактерий, привыкание. Микроорганизмы становятся устойчивыми и более опасными. В 2017-м мир ошарашила новость. В штате Невада умерла женщина от так называемой супербактерии. Это микроорганизм, устойчивый к антибиотикам. Женщину поразила клебсиелла пневмония, нечувствительная к 26 видам антибиотика. Пока подбирали лечение, пациентка умерла. Опасную клебсиеллу обсуждают и в Бурятии. Еще 2 лет назад вызванную ею пневмонию побеждали на раз. А теперь приходится постараться. Тяжелым больным вводят коктейль сразу из 2 антибиотиков. Микробы их больше, они меньше, они быстрее приспосабливаются. Поэтому они нарабатывают очень быстро механизмы защиты от антибиотиков. К сожалению, мы с такой скоростью не можем синтезировать новые антибиотики, потому что, скажем, один препарат, чтобы довести его до исследований, нужно 10 лет, $1 миллиард. В Бурятии всего 2 специальных аппарата, которые могут выявлять сложные случаи и быстро дать ответ, почти за час. В обычных лабораториях это занимает 4 дня. Стоимость оборудования 2 миллиона. Его покупка в республиканскую больницу была необходима, ведь в Бурятии все чаще фиксируют ген лекарственной устойчивости. Пока сейчас только единичная статистика, но она растет. Потому что сегодня у нас очень много тоже обращаются пациенты, которые приезжают с различных клиник. Вот скорее недавно у нас был такой пациент, который условно привез антибиотикоустойчивый штамм. Почти во всех городах России есть случаи заболевания супербактериями. Чаще всего ими заражаются в Индии или Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, в мире от супербактерий уже умирает около 700 тысяч человек в год. По печальным прогнозам, через 30 лет эта статистика обгонит смертность от рака и ДТП. Поэтому пока единственный способ уберечься – это разумно употреблять антибиотики, не заниматься самолечением и надеяться, что наука и человечество все-таки окажутся сильнее бактерий. Виктория Гарманова, Батыр Халматов, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Ну, отвлечемся от пугающих новостей. Окаменелое яйцо непривычных размеров обнаружено в пригороде Улан-Удэ. На необычную находку наткнулась местная жительница и сделала самое смелое предположение. Возможно ли, что это след динозавров? В экспедицию отправился мой коллега Сергей Смоленинов. А вы представляли себя в детстве археологом? Как на раскопках вам открываются погибшие цивилизации, и вы прославляетесь на весь мир. Но что, если останки прошлого рядом, например, в 113-м квартале? Вот обычно захожу вот на эту горку. Здесь у меня место силы. Вот. И я тут заметила такой интересный округлой формы камень, как яйцо. То есть сверху он напоминает яйцо. Вот. Потом как-то пошли мы вот с братом. И решили посмотреть его поближе. Подошли, и вот на самом деле необычный такой объект. Яйцо это, конечно, значительно больше, чем куриное, но роднит их наличие вот такой скорлупки. Ну и чтобы приготовить глазунью из такого яйца, понадобится сковородка немного больше. На территории России яйца динозавров находили всего 2 раза. 10 лет назад на Чукотке и 2 года назад в Кемеровской области. Зато в монгольской части пустыни Гоби палеонтологи находили целое кладбище окаменелых яиц. А это не так далеко от Бурятии. Вероятно, находка имеет не биологическое происхождение. То есть, судя по всему, это обломы каких-то скальных пород, которые здесь выходят на дневную поверхность. Он просто в результате действия процессов выветривания был окатан. Почему не может являться
останками динозавров, да, или продуктами их жизнедеятельности, потому что динозавры у нас на территории Бурятии обитали, но несколько в других районах. А обитали они в районе Гусиноозерска, Бючуры и Мухаршибирия. Там жителям нужно быть внимательнее к подобным находкам. Однако Анастасия не отчаивается и в шутку делится планами о создании специальных экскурсий к необычному камню. Сергей Смольнинов, Саржан Мердыгеева, Жаргал Гамбажапов, телекомпания «Оригус». Улан-Удэ готовится к весеннему празднику. Мероприятия проходят на концертных площадках и в коллективах. Наша съемочная группа увидела, как отмечают 8 марта пенсионеры. Они удивили шпагатом в 73 года, арабскими танцами и дефиле на подиуме. Участницы концерта выступали и как модели, и как дизайнеры. Специально к этому дню шили платья. Бабушки наглядно показали, они еще любому могут дать фору. При виде такого сложно поверить, что Нонне Рыковой 73 года. Городской отдел Союза пенсионеров России объединяет более 20 тысяч человек. Они никогда не сидят без дела, регулярно проводят различные мероприятия. Мы работаем вместе с центром «Раздобота». Я знаю, какие там замечательные, инициативные, креативные, творческие женщины. И всегда стараемся поддерживать любые начинания этого замечательного центра. Поэтому с праздником, с наступающим здоровья, любви. И это не единственный весенний концерт. К 1 апреля пенсионеры намерены устроить вечер юмора, а в ближайшие дни запустят курсы компьютерной грамоты. Хорошего настроения и в праздники, и в будни желает вам команда «Восточного экспресса». Спасибо за внимание и до встречи!